Ну вот, как приехал, так и уехал. Настало время. Уже оденусь, пойду туда, в ресторанчик, на балкон покушаю, потому что не пообедал. Расположение в зеркальном отражении. Даже часы, помню, точно такие же были. Ну вот, как приехал, так и уехал. Настало время ехать домой. Этот приятный момент после замученных 5 месяцев. Как же хорошо оказаться в цивилизации, принять душик с прохладной водичкой в приятной атмосфере, а не потеть тут же через 2 секунды после душа, обмываясь кипятком, и завалиться в кроватку сухую, с сухими простынями, наволочками, а не пропитанную влажностью 100%. Классно. В том же номере, не в том же номере, в таком же оказался. В смежном, правда, рядом, напротив. То есть зеркальное отражение его. В принципе, все один в один. Сейчас немножко полежу, после душа отдышусь. Так, постоял там, раскайфовало. Сейчас полежу, оденусь, пойду туда, в ресторанчик, на балкон покушаю, потому что не пообедал. Утром только позавтракал, и потом уже некогда было с бункеровкой. Что надо покушать. В 21:30 меня водила уже заберет и поеду в аэропорт. Все, собрался покушать. Пойду в ресторанчик перекусить. 27 этаж. По-прежнему все так же, как и перед контрактом. Единственное, помню вот эти диванчики, мебель. Там была белая, типа дермантином белым обтянута. А здесь розовый замш. О, стульчики также. А так все один в один, только расположение в зеркальном отражении. Даже часы, помню, точно такие же были. Все стопудово точно так же. Вид из окна один в один. Потому что мой номер был буквально через лифт. То есть вот эти смежные номера, их разделяют лифты только. 3 лифта. Поэтому они не так далеко друг от друга.
Thank you.